Всем доброй субботы, дорогие мои. Ну вот я с моря пришел, хочу себя побаловать клубничкой и с йогуртом. Вот. Для этого я беру клубничку вот так вот, свежую, естественно. Клубничка и сейчас продается на рынках здесь. Вот. Поэтому проблем с ней нету. Можно даже считать, что здесь почти все фрукты, все овощи, все сезонные. Вот. Даже апельсины сейчас можно купить и мандарины, хотя еще сезона сбора нету. Я вот делаю вот так вот. Салаты вы мои знаете, овощные. Вот йогурт тоже я вам показывал. Я люблю йогурт, чтобы она была свежая и с фруктами. С фруктами она вообще особенная получается. Не просто йогурт, а фруктовый йогурт. Он полезен для организма. Вот. Вообще, он в холодильнике хранится. Тоже можно хранить в холодильнике. Я могу делать сырки такие же. Фруктовые, фруктово-йогуртные. Это я вам потом покажу. Ну вот, вот столечко я бросаю. Беру вот такой вот йогурт у меня. Свежий вот такой вот. Подложу. Обалденный получается. Обалденный. Для здоровья самое то. Если хотите любить себя, любите себя по полной. Балуйте себя. Чуток надо меда. Чуток. Вот он. Она получается клубнично-медовый йогурт. Вот, положили, поставили. Все, готово. Вот такой вот розовый цвет, вот такой бокал. Наливаем вот так. Вот она. Клубнично-медовый йогурт. За ваше здоровье! Ребята, это наслаждение! Наслаждение! Делать себе так же. Из вишни можно сделать, косточки вытащить. Из других фруктов. Йогурт просто так тоже можно. Но когда насаешь фруктами, это невообразимо. Всех вам благ. Хорошей субботы. Пока.